Всем привет! Решил сегодня в июльское очередное воскресенье прогуляться на речку Аври по лесовозному автозимнику. Давненько я здесь не бывал. Ой, прошел, судя по всему, совсем недавно тропку набил. И идти по его следу просто замечательно. А почему лось, а не медведь? Ну, так там следы показали, что копытный тут прошел зверь. Что-то я не помню этот вагончик, чтобы здесь его бросали. Ну, давно здесь заготовка велась леса. Лет 20 назад. Печка есть, нары есть, крыша еще не обвалилась, но тут даже ночевать можно, если что. Над речкой туман стелется. Вот на такое место набрел. Интересно, все тут изрыто. И похоже, тут кого-то съели. Как рассказывал один знающий человек, старожил, здесь в 40-е, 50-е, может быть, в 60-е годы заготавливали заготовки для бочкотары, так называемая бандарная клепка. Готовили почему-то с лиственницы. А учитывая, что в те годы на Охотском побережье нашего района множество рыбацких станов стояло, колхозов много было, то вот такие заготовки, бочкотара, естественно, была очень востребована. Велась специальная лесозаготовка, именно выбирался кряж такой под бочкотару. И, скорее всего, вот здесь, вдоль этого ключа, который впадает в речку Аври, она здесь недалеко, эта заготовка и велась. Вот лежит как раз бревно, наполовину в землю вросло. Сколько ему? Ну, лет 70, наверное, точно есть листвянка. Поэтому еще лежит. Елка бы уже в труху бы превратилась. Зимой по речке Аври, скорее всего, во Власево эта клепка и вывозилась. Так, ну, по рыбалке, значит, сегодня ноль. В принципе, примерно так я и ожидал. Горбуши нет. Соответственно, мальма, которая следом за ней идет, тоже еще не объявилась. Ну, горбуша или не зашла, или еще не поднялась сюда, до этих мест. Поэтому переключаюсь тогда на грибы. Так, первый гриб. Но, похоже, он старенький. Такой нам не нужен. Пусть дальше
стоит, лосей радует. Ну вот эти хорошие парочка стоит. Один. И второй. Так, ну грибочки попадаются. Потихоньку, помаленьку. Чистенький. Сходить попроведывать зимовьюшку Иваныча. Стоит еще, не стоит? Да, вроде стоит он, виднеется. Изба на месте, никуда не делась. И за 2 года, когда я тут был последний раз, ничего не изменилось. Дрова как лежали, уже сгнили. Что это, разве дрова? Это уже все труха. Хотя нет. Печка была выворочена в прошлый раз. Сейчас поправили. И на матрасах лежит картонка. Свежая довольно-таки. Так что кто-то тут был. О, какой маленький, но коренастенький. Интересно, хороший или нет, потому что большой очень. И оказался очень даже хороший гриб, несмотря на свой возраст и размер. Какой хороший. И вон еще один. Увлекательное это занятие. Собирать грибы. Особенно когда еще погода хорошая. Не парило бы еще. Не было бы так душно, как сегодня. Так, что там? Этот как? Да.
я беру сразу, стараюсь брать в чистовом виде, чтобы дома уже не перерабатывать. Сразу в морозилку. Это хороший. Ну, вот чистый гриб. Ну, так он. Старенький. Ну, можно взять. Вот так. Бахрому срезать. Пойдет. Ну что, подведем итог сегодняшнего дня. Рыбы не поймал, а зато грибов насобирал, так что нормально день прошел, не зря.